Всем привет! Сегодня немного эксклюзивчика. Стреляем по яичкам. Ну, не по своим, конечно. Значит, вот у нас дистанция та же. Соточка. Вот. Два яйца. Буду целиться в яйца. Куда попаду, посмотрим. Также внизу один кружок. Новый нарисовал. Вот он. Вот он. Вот. Сюда тоже буду стрелять. Пару выстрелов сделаю. Все предыдущие попадания отмечены кружками. Так, есть ветерок. Есть ветерок. Вот. Типа флюгера. Короче, такой. Переменный ветер есть, причем прерывистый. В тире был, там он посильнее ощущается. Хотя вот, подуло. Наверху мерил где-то опять 2-3 метра. Так же самое. Только сегодня он южный получается. А вчера он был более юго-восточный. Ну все, пошел на дистанцию. Вот, винтовка вся та же, егерь SP-5.5.
Все. Вот я и пришел. Короче. Забыл сказать. Значит, стрелял я вот такими пулями сегодня. Первые три выстрела были елеи поисковые, с пояском 1,75 грамма. А остальные последние были люгеры. Вот они. Вот. Осталось 4 штуки. Вот. Последние выстрелы были люгерами. Значит, соответственно, вы видели. По второму яйцу я не попал. Попал в бутылку. Вот. 1,75 грамма. Вот они. Значит, выходит. Все-таки елеи с пояском. Точнее. Так, значит, вот. Яйцо второе целое. Попал в баночку, на котором она стояла. Вот она, баночка. Так, выбросим ее туда. А яйцо осталось целое. А первое видели. Видно было, как попал со второго выстрела. Так, значит, дальше вот выстрелы в кружок. Получается, вот. Это, кстати, люгеры были. Уход вправо. Вот он и вот он. Вот такие сегодня пострелушки были. Завтра, надеюсь, продолжу экспериментировать с ВПМами поисковыми. Посмотрим, как они будут стрелять. Ну все, всем удачи.